Аттестат об основном общем образовании с отличием вручается Тараевой Екатерине Николаевне. Я рядышком с вами постою. Нужно вот это пока сюда сейчас положу. И хочу объявить, какие грамоты, похвальные листы вручаются Екатерине Николаевне. Стойте, пожалуйста, на полчаса сейчас мы постоим. Итак, похвальный лист Министерства образования Российской Федерации вручается за отличные успехи в учении. Похвальная грамота за особые успехи в изучении предметов. Общество знаний, ОБЖ, физика, химия, география, немецкий язык. Также точно Екатерина Николаевна была участницей 7-го всероссийского конкурса философских эссе Института менеджмента и права Уральского государственного педагогического университета. Также Тараевой Екатерине вручаются дипломы Дома учителя Уральского федерального округа повышенного уровня по предмету русский язык, по предмету география. Также Тараева Екатерина награждается почетной грамотой за победу в номинации «Артистизм и экспрессия» районного конкурса «Твоя минута славы» на иностранном языке. Также Екатерина награждается дипломом третьей степени за победу в Олимпиаде по английскому языку. Также Екатерина награждается за победу в Олимпиаде по обществознанию. Также Екатерина награждается за участие в Олимпиаде по русскому языку. Также Екатерина, подождите, награждается сертификатом, участвующим в городском конкурсе «Математика, информатика, физика». И Тараева Екатерина награждается за второе место.